мечта детства сбылась. Спасибо огромное Адольфу за его терпение, потому что я вообще не понимала, как оно работает. И когда в руки берешь, и оно как по маслу, так оно идет, как в детстве я карандаши точила, я обожала их точить, мне нравилось, как срезается это дерево. И этот аромат дерева. Вот сегодня я немножко была в детстве. Спасибо огромное.